Почему я стал женщиной? Привет, Валера, меня зовут Денис, я новый стример. Можно я попробую подсесть к тебе? Волосы блестят, сижу весь перепудренный. Так, почитай, что за бред в чате. Кто это прочитал, тот пришел разбить еще один монитор. Там я там наполовину показываю кусочек. Там не вижу чат, там один кусок видно. Так, тричпи. Раз согласен, значит, так, где волосы? На жопе, заткнись. Могу, да, сфотографировать свою новую прическу. Да. Итак, новая прическа, значит, сделал прическу. Спасибо донатерам, всем, кто проспонсировал пересадку волос. Спасибо, ребята. Спасибо, донатеры. Спасибо всем, кто помог мне сделать пересадку волос. Я вот себе сейчас, вот, заткнись, свилагер. Я пересадку у нас делал, отечественная пересадка. Я делал отечественную пересадку в Турцию, вашу хуйцию, там вот это мне нахуй не всрались. Я у нас делал отечественную, по-отечественному называется. Отечественный продукт. Так, вот, смотри. Есть контакт. Вот, пожалуйста. Обратите внимание, как локоны красиво здесь уложили. Профессионально работали. Вот, сделали волосы мне. В смысле, где пересадка? В смысле, где? В смысле, а это что у тебя здесь? Это что? Это что, я спрашиваю, на голове у меня? В смысле, где? У тебя. Я сам ты швабра, Вилвилагер. Если ты тут один сейчас на модерах, за швабру блокирую. Там пи***ры много, швабра словно, блокирую их, тупорылые, сука, малохольные. Вы, сука, жизни не видали. Посмотрим, блядь, как вам будет, как мне лет, сука, что у вас там на голове останется. Вы чучелы, рты позакрывали. Вилвилагер, блокируй нахуй их там. Вот, это мне пересадку сделали, нашу отечественность, работали ребята. За 3000. Пена, а какие ты конфеты кушаешь? Хочу прислать. Всякие. Нет, не надо, мне бежит, заберет их и съест. Рот закрывай. Пора, родной, пора. Блять, малыш, уходи. Там сейчас будет кувыркаться. Да, выкла рука твоя. Отвыкла рука, все дуже. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас, рука чуть-чуть, понял, отвыкла. Все. Кожаный клык. А ну-ка, блядь, сейчас подожди. Слушай, я знаю, что придумал? Братанчик, знаешь, что я сейчас придумал? Эдотас. Ребят, ты парнишка, ебаный ты осел, сука. Я тебе очко лично зашлупаю. А ты парнишка, не робей. Больной. А ты парнишка, пацики. Не робей. Пацики. Иди нахуй сюда, ты вафля. Парнишка, не робей. Бля, уебаться. Парнишка, ты больной человек, я в дурку кто-то задонатил. А ты парнишка, не робей. Ты че? А ты парнишка, ты че, ебанутый, или тебе зависло там? 7000 рублей задонатил, чтоб пердеть? Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день. И точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. О, да. Мясо дал я уже сюда. Да иди же ты на... Окей.
интересно, но факт. Каждый стрим этому пердят на 25 тысяч. Мой выход. Мирон Янович активирует гиперускорение персонажа за 375 рублей. Нельзя так было делать. Я не буду ее бить. Не, братишка, не буду я ее бить так. Давай без этого. Не буду, это нечестно. Я хочу по-честному убить. Это нечестно, это прям тупо. Все. Шалава тупорылая, дырка ебаная. Зябл сосать. Корнишка. Сука, бесит, когда ты, сука, играешь профессионально, куда хуй приходит и палки вставляет. Сходи на фарм душ, потом к тетке. Кстати, ты правильно сказал, братишка. Ты сейчас в натуре молодец. Работаем, работаем. Чуть-чуть подкачаться, прям пару уровней, пацаны. Парочку, парочку. А, насрал. А ты, парнишка, не робей. Блядский петух, сука, так стрелы нету. Давай, женщина. Давай, давай. Сука, недолетки, а. Мразь такая. Стоит, сука, а. Ну, за старое взялся. Рот закрывай. На тебе. Ёбаная сука. На, сука. У, сука. Все. Насрал. Сука, петух ебаный. Пожалуйста, пофарми ишаков вдоль дороги. Сейчас, подожди. На тебе. Угу. Почему быстрее? Ну, по 10, по 11 тысяч мне дается. По 11 тысяч при фарме таком дается мне. То есть 10 петухов — это один уровень. Спасибо тебе за то, что наконец блядь, приехал. Блядь, мы с ним вместе. Я так и не понял, зачем тебе... Мирусик. До сих пор дрожь по телу. В смысле? О, боже. Заткнись. Стопэ, не заряжай аппарат. Пошло, поехало. А там сохранение будет или нет? О, во, попал, минус 80 душ, классно. Просто сейчас встану, тебе ебали, просто хочешь, вот видишь, мое яйцо и твое, я сейчас поломаю. 80 тысяч было. У меня только что душ. О, сейчас. Во. Не, ебать, нахуй. Давай не будем дракона этого убивать. Да какой смысл его убивать? Типа смысл я не вижу. Зачем он срался? Что я от него получу? Дед, хай. Да. Вот такой вопрос. Почему девочка-инвалид, которая прикована к кровати, смогла пройти эту игру с помощью только флейта или губной гармошки за 7 часов? А ты не можешь до сих пор пройти игру? Ну, я не инвалид. Блядь, там дырка. Отойди, дай, блядь, пройду, заберу душ, потом с тобой. О, забрал 50 тысяч. Сука, ты гля, ему дня какая. Просто, я, ну он просто подходит и все. Да блять, ё, чё? Гля, чё это у нас тут такое, блядь? Чё у тебя случилось? Это чё? Чё? Чумба. Ай да Чумба, молодец. Стример до сих пор не понял, что ты его не бываешь на контент за облам и водишь по боссам, которые его опускают. Наш слоняра
Штирлиц еще не был так близок. А, это вторая фаза, типа женская. О, наш герой опять умер. Посмотрите, как он падает, как говно из жопы, блядь. Хоп, и посыпался. Больше, чем долларов, бака больше. Чумба, одежду снять? Не, просто мне никто не подсказывает. Я должен сам догадываться. Давай я сниму одежду. Терновелл активирует гиперускорение персонажа за 375 рублей. Так бы и остался в начале игры. Жалуюсь, что игра давно и в ней невозможно играть. Впрочем... Просто, я вообще ничего не могу сделать, просто нереально. Давайте, блядь! Просто. Я не могу ничего сделать, блядь! Это жабу, я не могу ничего, просто, блядь, все. Все, просто, я даже встать не успел, все. Ёбаный шаг, у меня просто нет слов, просто выкинуть. Помоги мне, Герасим! Меня ебут! Все! А, все, умер. Я умер. Все, меня нет. Все, блядь. Все, просто все. Русланчик активирует случайная телепортация за 4000 рублей. Ну, привет, Оля. Еще, все. О, человека нет. Нормально. А я сам не знаю. О, я просто стоял и умер. Просто, не, даже я даже был банку, понял, нажимал, типа, не. Ну, он даже не успел банку выпить. Русланчик активирует бесконечность. Ладно, давай проходить. Во, вот это вот называется графика. Работа. Вот это я понимаю. Вот это Русланчик, вот это действительно человечище. Вот это другое дело. Наизу. Просто. Ники 222 активирует случайное телепортация за 4500 рублей. Не успел, родной. Древний меч уже изо льдов тронулся. Спасибо, но не успел ты. Эх, обидно, да. Обидно, Аниски. Обидно, да. Плаки. Тю-тю-тю. Ничего страшного. Да, да, Виталик. Мой, дальше. Виталик вон сзади. Мой, пол. Виталик, рапичу. Мой, сзади. Да, замывай, Виталик, работай. Насрал. Ну, по сути, игра пройдена, уж можно так сказать. На изи причем. Да, я скоро обрету власть над Эльденом. Все. Кольцо себе заберу, анальное. Да, Виталь. Папич, иди на. Ну что ты, блядь, иди занимайся. Дали тебе задание пол мыть. Иди мой. Домой, блядь, что ты стесняешься? Домывай. Да можно, не помешаешь ты мне. Иди давай. Насралиус. Все. Так, жизненная сила 54. О, привет, а мы в эфире? Так, перерождение, да. Да, надо, пора. Интеллект не нужен, это вообще лишнее здесь. Интеллект вообще не нужен людям, которые в эту игру играют. Жизнь 50. Колдовство надо, да, ты говоришь там. Жизнь 50, дальше. Чумба, ты можешь сразу все написать, чтобы, блядь, время не тратить? Как само лучше будет? Чтобы мы, ну, чтобы я, ну, не напрягался в лишний раз, что называется, так сказать. Заткнись. 30 стойкость. Сила стойкость. Русланчик активирует охотник за сферами за 2000 рублей. Ой, господи. А. Блять, братан, быстрей. Ты можешь быстрее, чумба, бляха-муха. Сила сколько, родной? Сколько? Да сколько, блядь?
силу сколько? Силу не сказал, сколько? Сила сколько? Сила 45, 40, 54, блядь, ты дебил? Кому 45? У меня все, нету больше. Не могу ничего, все, это максимум у меня, что убирай? Я не могу силу на 45 ебануть. У меня в принципе нету больше, все. Надо что-то уменьшать. Да кого 45, что убирать тогда? Я не могу больше, у меня нету больше, все. Ловкость сколько? Сила 45, стойкость 30, сила, ловкость сколько? Работаем по ловкости. Сколько ловкости работает? 40 ловкости. Так, 50, 30, 45, 40. Что дальше? Нормально? Чумба нормально? Так у меня колдовства не хватит, там 27 надо, не? Все, да? Точно все? Точно! О! Вот так нормально? Братишка, фиксируй, да, скажи, да, скажи, да, да, Валера, да. Напиши, да, Валера, чтобы я понял, что да. Так я не понимаю. Понял. Хуй, сука, тут муртизанишь, блядь. Лёй. Ну и что смотреть теперь? На этот позор невозможно. Заткнись. Давай поступим так. Ты выключаешь эту игру и говоришь что всем, что прошел. А мы как бы поверим. Запусти что-нибудь подходящее твоему скиллу. Смешариков или свинку Пипу. А, ты скажи. А, какую игру? Ты скажи просто, какую игру. Я буду, так сказать, раскину немножко мозгами. Да ладно. Это же пи***ц будет. Да ладно, это что за машина? Это что за машина? Не, ну это уже реально дуалист. Ну, то есть дуалист. Смотри. Ебать, меня выебали с этого удара. С такими ударами только мозг убивает. Чего, блядь? Ты иди ты нахуй! Что, блядь? В смысле, почему я стал слабее, чем был я? Почему я стал женщиной? Опа! Пизда, сука, тупая! Опа, пизда, ну ух, еб... Да ладно! Да нет, да ну гам! Да ладно, просто два удара! Входим, входим. Первая стадия женская. Со второй стадии не знаю. О, класс. О, да. Классно. Сука. Ей просто пьянь. Пьянь, Алик. В рот. Я попал под струю женскую, просто мочевинистую. Сука, так какого ж. Я бы и на клык дал, но сука, пца нет, уже сегодня кончил два раза. Дело не надо, все. Давай не будем напрягать то, чего нету. Чего? Мази. Понял. Ладно, классно. Ну, не, уже результат налицо, да, хуя. Ой, сука, я пожилой Рафаэль.